Уважаемый блокнот, хочу сказать, а возможно это последний крик о помощи. Станица Трехстровская, Иловлинский муниципальный район, находится в крайне критическом состоянии по системе централизованного питьевого водоснабжения. Наша водопроводная сеть водозаборной станции имеет по факту 100% износ, а также полное отсутствие системы фильтрации. Вода напрямую подается из реки в Дон по поселению, на школу и на садик. Были приглашены специалисты Роспотребнадзора. Их выводы оказались неудовлетворительны. Пробы воды с централизованной системы питьевого водоснабжения станицы по микробиологическим и физико-химическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям СанПина. Более 10 лет была надежда на программу «Чистая вода», в которую мы изначально вошли. Достижение запланированной государственной программы целей позволило бы в том числе решить и нашу закоренелую проблему с обеспечением питьевой водой нашей станицы. Однако постановлением района и администрации Волгоградской области в государственную программу были внесены изменения, согласно которым объект реконструкции системы водоснабжения станицы Трехстровская и Иловлинского района был исключен из реализации под программу «Чистая вода». На основании чего, сказать не могу. Была проведена проверка прокуратуры района, которая обозначила, что сложившаяся ситуация с грубейшими нарушениями прав жителей станицы Трехстровская на качественное питьевое водоснабжение, усугубленное незаконным исключением объекта реконструкции водоснабжения станицы Трехстровская из государственной программы, приведет в ближайшее время к полному прекращению водоснабжения указанного населенного пункта и, как следствие, к острой социальной напряженности среди местного населения. Также прокуратурой района выдвинуто требование об устранении выявленных нарушений и включении станицы Трехстровская назад в программу «Чистая вода». В связи с этим, уважаемый блокнот, еще раз прошу, да, нас небольшое количество.